Место раньше было обычно перспективное. Сейчас побурю, проверю. Кто-то маленько бурил здесь уже. Но можно сказать ни о чем. Такая тут у нас красота. Красивая речка. Время 5:20. Только рассвело. Но Харрис, наверное, уже должен питаться. Сейчас будем пробовать. Речка оживает. Тут уже весной пахнет. И это хорошо. Где-то надо эту беду переехать. Дорога есть, значит и переезд где-то есть. Вот кто-то намастил. Вроде держит. Сейчас перееду. Что-то с утра рыбалка не задается, а ни хрена. Харюза как будто здесь нет. На этой речке. Уже начинаю сомневаться. Бухарь сидит. Далековато. Попробую подъехать. Подъехать не получится, река открытая. Здоровый. Вот это глухарина. Жалко, не подъедешь. Речка открыта. Хорошо не рванул, так бы улетел сюда вниз. Сидит, не боится. Ладно, пару фотографий дали. Сколько проехал, пробурил. Результат один, Харюс. Перестало хватать бура. Видать, тут на северах было совсем холодно. Река промерзла. Поеду еще 5 км, поскочу вверх. Нет, так поеду в обратную сторону. Ну, вот. Надежда только начала меня покидать. И клюнула. Вытащил подряд 5 штук с одной лунки. Пока задержусь на этом месте. Харюс крупный, но какой-то бледный. Странно, обычно он тут темный, а какой-то бледный. Будем рыбачить. Сравнить с предыдущей речкой. Но маленько клюет. Будем ковырять. Потихой. Вот. Нет, нет, так наткнешься. С 2 лунок поймал. Но, как всегда, в такие моменты камера не работает. Чего обидно. Ну да ладно, погода портится. Мелкий град пробрасывает. Клев плохой сегодня, даже не удается вот заснять, как рыбачу. То ли погода ему не нравится, то ли что. Может, из-за того, что меняется. Резко туда-сюда. Одному царапаю. Штук 30, наверное, 35 нацарапал с утра. 6:30. Может, до вечера чего наловлю еще. Погода оттепливается все.
что рыбалка все-таки в один день. А завтра дождь. Но дождь, скорее всего, еще и сегодня пойдет. Не хотит. Бурю старые лунки, свежие не получается. Бура не хватает у меня в этом месте. Речка здесь в этом месте глубокая. Из-за этого лед толще. Намерз успел. Где-то 1.30 м. Кое-как скребу. Как камеру выключишь, так поклевка. Крупный какой-то, блядь. Ух, здоровый какой. Харюс. Крупничок. То на один плюс попал. Штук 20, наверное, мелочи вытащил. Отпускаешь, отпускаешь. Штук 6 в лунки попадет маленький. Потом один крупный. Хорошие хорюза в этом месте. Аж в лунку не хочет идти. Ой, какой. Ух ты. Вот это харюс. Везде бы такие попадали. Ништяк было бы. Сегодня рыбачу на маленькую мормышку. Конус брать не хочет, сильно крупный для него. Кстати, на этой реке я поймал первого в своей жизни харюза. С тех пор заразился. Обманул. Надо попробовать пробурить свежую лунку. Сейчас налик вырублю топором и попробую. Буду бурить с погружением. Вот так бура должно хватить.
по-другому никак. Получается, даже зря бурил. Буду бурить дальше. Потихоньку. Пробурю штук 5 до чая. Булки пробурил, чай попил. Время полдень. Будем пробовать. Повезло. 6 лунок, одна рыбка. О, махнул с одной лунки. А вверх, когда ехал, проехал это место. И не только я один проехал. Много кто проехал. Встретил сейчас 6 буранов. Рыбалят, бурят. А что-то ничего у них не выходит. Не могут угадать. Меняем ракурс.
стоит здесь задержаться. Ловить этот плёс. Четыре лунки, мам. Это, как всегда, не диалоги, а рыбалки. Любимая река не подвела. Как я на нее и рассчитывал. Как всегда, всем пока. Такая дерьмовая погода началась. Время 8 вечера. До дома осталось 20 километров. Хреновой дороги. Маленькая я дома. Рыбачил удачно.